Всем привет, с вами снова Лева Квак. И сегодня я смотрю поединок, кто придет 7 января. А в нем бой между Дежавонте Дэвишем и Эктовым Луисом Гарсией. Шанс на мой взгляд здесь 80/20 против Дэвиша. И я думаю, что один раз проведу нокаутом в 6 раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также по традиции, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Давненько не было видео у нас. Так, хотел даже начать снимать чуть попозже, но такой бой я просто пропустить не мог. Попозже выйдет видео, в котором я расскажу, что же у нас на канале поменяется. Изменения небольшие будут. Но об этом позже, в другом видео. А мы начинаем наш трансляж. И первым на рынке выходит Дежавонте Танк Дэвиш. 27 боев, 27 побед, 25 из них нокаутом и ни одного поражения. Оба вышли, кстати, являются непобежденными чемпионами, но в важных весовых категориях. Если верить боксерку, то в этом бою ни один титул на кону не стоит. А вот выходит его оппонент, андервоид, Эктор Луис Гарсия. 16 боев, 16 побед, 10 из них нокаут. И ни одного поражения. Бой будет интересным, но думаю, рано или поздно Дэвиш попадет. Нам присылают боксеров. Сейчас рефери напомнит большим правилам, и мы начнем. Оба шага развиваются левшами. Первый раунд, погнали. Восьмен. Они сплютят, к сожалению, не вышел еще. Так что продолжаем снимать Fight Night Champion. Точим Дежавонте. Мимо. Берут большую паузу. What are some of the adjustments that can typically be made halfway through a matchup like this, speed versus speed? Just to remind your charge, your fighter that hey, there's a lot more to this world, to this fight than just speed. Why don't you start doing other things? Why don't you start fainting a little bit? Даже вон пока что выжидает. Мимо, оба. А первый кот Кэрлинч. Мимо. Кэрлинч. Попадает Гарсия. Кэрлинч. А первый кот отвечает Дежавонте. Неплохо. Точно. Дэвиш. Восьмен. Мимо. Точно. Дэвиш. Мимо. Точно снова Дежавонте. Гарсия отвечает. Мимо. Попадает. Эктор Луис.
Неплохо. Точно гаваси. Дэвис отвечает. Снова Вассамен. Попадает Дэвис. Неплохо. Мимо. Попадает Гавасия. Дэвис точно. Неплохо. Первый он завершен, и он же доживлен. 10-9, Дэвис впереди. Why is this guy not throwing punches? I just don't get it, Teddy. Well, there's two reasons usually. One is he's not in shape. In his case, I think he's in shape. He doesn't want to throw. I know that boggles your mind too. What do you mean he doesn't want to throw? You Дэвис пока что больше работает вторым номером. Гавасия же более активен. He also has to put himself in a position where the guy's going to throw back. That means he has to take more chances. And some guys would rather not take those chances. И у нас раунд номер два. Неплохо. Мимо. Точно. Дэвис. Мимо. Точно. Гавасия. Неплохо. Good block there by Davis. Берут большую паузу. Точно, Гавасия. Дэвис отвечает. Неплохо здесь вот активируешь. Вассамен. Мимо. Попадает даже вон там. Неплохо. Мимо. Снова Вассамен. Мимо. Помахивается Гавасия. Мимо. Попадает даже вон то, активируешь, тут же отвечает. Мимо. Мимо. You can see he's trying to score up top, but off the mark there. Мимо. Беру больше паузу. Мимо. Мимо. Дэвис, точно. Davis is being very patient here. Mima. It's with a plan in mind. Yeah, it is with a plan in mind, and that's why he's such a successful fighter. He's trying to lure his opponent into a mistake. Неплохо. Мимо. Final 10 seconds of round number 2. Точно, Дэвис. И второй раунд также уже даже вон. 2-18, Дэвис лидирует. Покажу вам-то поточнее своего визави.
успешен танк в своих действиях. Он доволен даже не сказать, что не получается совсем ничего. Бой все-таки близкий, но с преимуществом Дэвис. И у нас третий раунд. Неплохо. Мимо. Так что хватит Гавасия. Дэвис отвечает. Мимо. Неплохо. Точно даже вон-то. Неплохо. Точно. Дэвис. Гавасия помахивает. Ведут большую паузу. Точно активовываешь. Дэвис тут же отвечает. Неплохо. Мимо. Поддавливает Гавасия своего визави. Восмен. Мимо. Дэвис точно. Попадаешь на выдержу вон-то. Мимо. Помахиваешься Гавасия. Неплохо. Дэвис пока что выжидает. Мимо. Снова наша пауза. Мимо. Неплохо. Снова помахивается Гавасия. Дэвис отвечает. Пришнугует Гавасия своего визави. Мимо. Помахивается Гавасия. Неплохо. Снова точно Гавасия. И третий раунд Гавасия забивает себя в копилку. 29-28, Дэвис впереди. В этом раунде Дэвис был уж совсем пассивен. И уничтожил тоже такой же счет. А у нас раунд номер 4. Как немного по-другому Лексан сюда поставил раунд. Продолжает Гавасия поддавливать. Неплохо. Дэвис отвечает. Апперкот от Гавасии. Мимо. Неплохо. Апперкот. Мимо. Оба помахиваются. Дэвис точно.
беру больше паузу. Мимо. Снова пауза. Мимо. Помахиваешь Гаусия. Давишь точку. Неплохо. Точно Гаусия. Мимо. Помахивается Эктова Луиш. Лошмен. Пока что нелегко. Приходится фаворлиту. Мимо. Лошмен. Снова обменяюсь парню удавами. Мимо. Снова пауза. Попадает Гаусси. Дэвиш отвечает. Снова Лошмен. Неплохо. Апперкот от Дэвиша. Гаусси отвечает. Кэрлинч. Мимо. Четвертый раунд получился близким, и все-таки Гаусия был чуточку лучше. Сейчас у нас с раундом 38-38. Напряженный поединок с вами мы смотрим, дамы и господа. Пока что бой проходит с переменным успехом. И у нас пятый раунд. Точно Дэвиш. Мимо. Well, his opponent is opening up and coming forward, so I would think there are some opportunities that exist. Мимо, бьет Гаусия. Дэвиш, точно. Неплохо. Пытается поддавать Эктовуш. Дэвиш встречает Лошмен. Немного заговаривал уже даже, не успеваю уже большами. Мимо. Точно, Дэвиш. Мимо. Берем больше паузу. Мимо. Попадает Гаусия. Неплохо. Лошмен. Точно, Джавонта. Апперкот от Гаусия. Мимо. Дэвиш тоже помахивается. Точно. Даже вон там. Лошмен. Неплохо. Опять же, очень выдушки раунд. Мимо. Попадает Гаусия. Неплохо. Мимо. Мимо.
попадает Гауши. Мимо. А вот Шмейн. Точно. Даже вон там. Неплохо. Мимо. Точно, не дайвиш. Снова попадает. Даже вон-то, Гаусия помахивает. Мимо. Кэдлинч. И пятый аут уже дайвиш. Шовок 8, шовок 7. Даже вон-то вылывается вперед. Только в этом ауле он был. Поточнее. Вот с номером ему. Он был лучше. Eat all the pasta you can for one price, you know? And some guys get carried away. They eat about five bowls. Well, these guys, they're gonna have a stomachache at the end. Somebody is gonna wind up not standing at the end. You gotta watch the water in the corner. Too much. И у нас раунд номер 6. Мимо Гаусия точно. Продолжали Гаусия идти вперед. Дайв же, видимо, хочет заточить оппонента в глубокие воды. Неплохо. Восьмин. Да и левше против левше боксировать некомфортно. Мимо. Неплохо. Оба помахиваются. Точно Гаусия. Дэвиш отвечает. Мимо. Точно, Гаусия. Неплохо. Точно, Дэвиш. Неплохо. Мимо. Помахивается Гаусия. Неплохо. Дэвиш тут же отвечает. Мимо. Go away from being a boxer. Sit down a little bit. He's got to do something to slow down his Мимо. Opponent. Gain his respect. Точно. Дэвиш. Гаусия помахивается. Снова точно. Даже вон там. Гаусия отвечает. Неплохо. Точно. Гаусия. Мимо. О, помахиваются. Мимо. Неплохо. Пятенгует Гаусия своего оппонента. Мимо. Точно. Гаусия. И сутравал Гаусия забивает себя в копилку. После первой половины боя у нас ничейный счет 57-57. Посмотрим, что же нам покажет вторая половина боя. Пока что бой получается конкурентным, и это хорошо. И у нас раунд номер 7.
Точно, дэвишь. Гаваси отвечает. Неплохо. Мимо. Даже вон-то точно. Подает Гаваси. Мимо. Выдает дэвиш. Гаваси отвечает. Мимо. Мимо. Гарсия is able to avoid that punch. Неплохо. Кэдлин. Точно дэвиш. Мимо. Осмин. Помахивается Гаваси. Мимо. At the halfway point of round seven. Мимо. Вашмен. Снова пауза. Мимо. Точно, Гаваси. Мимо. Апперкот от дэвиша. Гаваси выдерживает. Неплохо. Бьет больше паузу. Восьмен. Мимо. Точно дэвиш. Гаваси отвечает. Кэдлинч. Мимо. Точно дэвиш. Неплохо. И седьмой раунд, и Гаваси забивает себя в копилку. И впервые в этом поединке вырывается вперед. 67-66, актово будешь заделывают. А он сразу счет 67-66 позже дэвиш. И у нас раунд номер 8. Восьмен. Кэдлинч. Неплохо. Точно Гаваси. Ну, точно. Активовываешь. Мимо. Неплохо. Мимо. Помахивается Гаваси. Неплохо. Мимо. Точно дэвиш, Гаваси отвечает. Апперкот. Неплохо. 90
seconds to go, halfway through round 8. Точно говорит, Дэвис отвечает. Мимо. Мимо. Делаю больше паузу. Неплохо. Мимо. Точно, дежаву вон там. Устал, видно, Гаусия. Дэвис встречает. Мимо. Мимо. Помахивается Гаусия. Мимо. Неплохо. И 8-й раунд. Дежов Лонта забивает себя в копил. Все снова с матча раундом. 76-76. His corner's letting him know that. You can just tell. Oh, this is a wipeout. You're winning this fight. Just keep doing what you're doing, and you got this. И у нас раунд номер 9. Неплохо. Мимо. Мимо. Точно, Дэвис. Неплохо. Мимо. Восьмин. Now I would not call this guy in from what I've seen to paint my house. Because I mean this guy Мимо. Looks like he paints graffiti boards. I mean he's just throwing stuff in there, like you said, and it's just it's not making a picture you want to see. It's not accurate, it's not effective. Мимо. Дэвис попадает. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Davis. Мимо. Берет больше паузу. Точно Гаусия. Дэвис выворачивается. Неплохо. Мимо. Дэвис точно. Мимо. Неплохо. Восьмин. Мимо. Точно, даже вон там. Неплохо. Кэдлин. Мимо. Oh, he just misses with that headshot.
Davis's timing with his head movement has been ideal. We have not seen his opponent being able to land anything clean up top tonight. No, because his opponent is not making the proper adjustments. You know, when the head is moving, the body's still there. You can't catch the head. Go downstairs to the body. You paralyze that head. You start to take that movement away. Before you know it, the guy's not quite as elusive. Move your head. And clicks of the talk. Мимо. И девятый раунд Дэвис забивает себе в копил. 8-6, 8-5, даже вон-то это делают. И назвал чемпионский раунд. И у нас раунд номер 10. Мимо, Дэвис точен. Снова попадает до живого вон там. Мимо. Точен Дэвис. Мимо. Неплохо. Мимо. Дэвис точит. Да, живу вон там. Помахивает Шагавачи, Дэвис, точно. Не получилось события даже вон-то, а Гавачи видно. Устал. Мимо. Восьмин. Garcia's inconsistencies are really showing мимо. Now. At times he has shown defense tonight. Точно, Гарсия. What we've seen recently, he's getting hit by the left hand. Yeah, what he has to do is now make the adjustment. Неплохо. Точно, активируешь. Мимо. Помахивается Гарсия. Восьмин. Мимо. Мимо. Дэвис тоже помахивается. Мимо. Точно. Доживу вон-то. Беру больше паузу. Неплохо. Дэвис никуда не спешит. Гарсия точен. Мимо. Неплохо. Восьмин. Точно Гарсия. Мимо. Помахивается Дэвис. Восьмин. Неплохо. И десятый раунд тоже Гарси. Все снова с нашим раундом. 95-95. He's tired. Look at him. He's so fucking tired. He's got nothing left. Now listen to me. I need you to double up your punches and keep the lead, all right? Listen.
А он сразу счет 97-94 в пользу Дэвиш. И у нас раунд номер 11. Точно говорящие. Продолжает Гарсия идти вперед. Мимо. Неплохо. Мимо. Точно дайвишь. Мимо. Попадает даже вон-то Карлинич. Мимо. Оба помахиваются. Мимо. Карлинич. Мимо. Лошмен. Мимо. Мимо. Кэрлинч. Точно. Дэвиш. Неплохо. Мимо. Неплохо. Помахивается, говорит, я Дэвиш. Точно. Мимо. Неплохо сейчас попадает до живого вон-то. Мимо. Точно Гавасия. Мимо. Точно. Активируешь. Неплохо. Попадает Дэвиш. Мимо. Мимо. Точно Дэвиш. Мимо. Попадает Гавси, Дэвиш отвечает. Лошмен. Мимо. И 11 раунд уже Джавонт. 105-104 Дэвиш. Впереди она же заключительный раунд. В многом решающий раунд. Так как бой получился очень грузким. Then in training camp they were doing 5-minute rounds. We heard that, Joe. Not 3-minute, 5-minute rounds. He's getting the benefit right now of that. Listen, I'm not gonna stand here and watch you take those shots. You understand me? Let's see some defense. И у нас заключительный раунд. Мимо. Мимо. Карлинич. Беру вашу паузу. Точно Гавусия. Неплохо. Мимо. Пешенгует Гавусия. Мимо. Точно дайвишь. Мимо. Неплохо. Точно Гавусия.
Мимо. Расмен. Точно давишь. Мимо. 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 Помахивает Шагавасия. Мимо. Точно даешь. Гаусия отвечает. И у нас пошла последняя минута поединка. Мимо. И на что даешь? События фаусировать не будет. Неплохо. Апел кот. Кэрлин. Мимо. Кэрлин. Мимо. Точно давишь. Расмен. Попадает. Танк. Андроид же шину устал. Помахивает же андроид. Неплохо. Мимо. Дэвиш точно. Что 15, что 13. Дэвиш. Ждем судейское решение. Judge a fight, kind of like on a pack of cigarettes, you know, this could be hazardous to your health. I mean, these guys could be... И победу судейским решением одерживает Джавонта Танк Дэвиш. That's a well-earned victory by Davis. Единогласное судейское решение. Дважды. 116, 111 и 117, 110. Гаусири отдали первый раунд, четвертый раунд, шестой раунд и двое судей отдали ему восьмой раунд. Остальные все же Дэвиш. В чемпионате судей отдали 10-8, хотя нокдауна и не было. Что ж, давайте обратимся к статистике. Дэвиш по 177 ударов из 416. Гаусири же 246 из 834. У Дэвиша 74 из 175 в голову и 104 из 241 в ковыш. И у Визави 56 из 272 в голову и 180 из 562 в ковыш. По раундам. Первый 20-18, второй 15-17, третий 14-19, четвертый 12-24, пятый 20-26, шестой 12-19, седьмой 14-29, восьмой 7-19, девятый 17-17, по всему 5 тылы. 10, 16, 18, 11, 13, 19 и финальный 17, 11. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.